Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли 1000 людей. Как уже сообщалось, фактически погибли 2 человека. Госпитализировано всего 197, из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Слово комментатору Александру Галкину. Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и 1000 погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. Напомню, что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения, и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла. Но раздувать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии.